Ты ведь знаешь, вся эта муть с Канело, 155 фунтов, заставлять ребят спускаться в весе. Нельзя уважать кого-то за такое. Ты чемпион в среднем весе. Но ты спускаешься в весе и заставляешь других спуститься. Нет такого дивизиона 155 фунтов, верно или нет? Я хочу сказать, что если ты хочешь, чтобы люди уважали тебя как настоящего мексиканского чемпиона, делись 160. Дэнни, как провел вечер? Я провел отличный вечер. Ты комментировал? Что ты увидел в бою Турман Портер? Я думаю, это был хороший конкурентный бой. У обоих бойцов были свои моменты. С тем, что выиграл Турман, правда, я не уверен, что с таким отрывом, я согласен. Я думаю, он сделал достаточно, чтобы выиграть бой. Я знаю, что Шон упорно работал, но я думаю, что у Турмана было небольшое преимущество. Позволь спросить, ты говорил о своем дивизионе, начинал ли ты переговоры с Трипл G? Я только что был рядом с Томом Лёфлером. И я думал, когда этот бой произойдет. Вам нужно понять, я хочу бой с Трипл G. Я против Трипл G, это будет самый конкурентный бой в среднем весе, который можно сделать сейчас. Ни у кого нет таких больших шансов побить Трипл G, как у меня. И мы ждем эту возможность. И я хочу эту возможность, но бой должен пройти в подходящее время. Я не собираюсь драться с Трипл G за гроши. Так вот, когда будут подходящие деньги и подходящая возможность, мы это сделаем. Сколько потребуется? Сколько потребуется? Потребуется ровно столько, чтобы я мог чувствовать себя комфортно. Он тот парень, которого нужно побить, правильно? Ну и сейчас я второй после Головкина, потому что он был в деле дольше, чем я. У него были хорошие бои, и он больше спарринговал. Я все это уважаю. Но в то же время, если бы мне предложили справедливый гонорар, мы могли бы сделать этот бой еще вчера, но они не предлагают справедливый гонорар сейчас. Поэтому пусть этот бой строится до такой степени, чтобы он смог сам себя окупить. Сколько они тебе предложили?